Вот она, белая скала. Первая верхняя пещера и большая пещера страха. Страшно. Верхняя. Цель близка. Ну ладно, спасибо. А, удачи, удачи. Удачного вам дня. До свидания. Вот она цель, пещерка. Ценой неимоверных усилий мы таки поднялись, рискуя жизнью, в эту пещеру страха. По легенде, по одной из легенд, здесь жил дракон, который очень любил лакомиться и любил и любить молоденьких девственниц. Ну, я думаю, дракон бы здесь поместился, как минимум. Пространство очень большое. Ну, а скорее всего, здесь жили те же доисторические люди. Вот такая пещера страха. И вот такой вид. Растет деревце. На удивление, даже три деревца. А то ли бересклеты, то ли пещерные деревья, короче. И долина Карасу-Базар. Царство летучих мышей. Вот такой объем. Небольшой концертный зал. Обалдеть. И акустика очень интересная. Интересная акустика. Оп-ля. Так, аж есть место? А, вот это.